Всем привет! Сегодня у нас новый выпуск. Попался очень жирненький переключатель. Вот такой вот. Это у нас переключатель очень с хорошим содержанием. Содержанием золота. Сейчас разберем и посмотрим, как он устроен. Вот такой вот переключатель. На три переключалки, как видим. Неплохой. Видим, у него такая вот основа. Идет тут три печатные платки такие, и как видим, дорожки у него золото идут. Золото тут в дорожках получается идет сплав. Золото тут у нас 80%. Сейчас разберу и покажу, как оно вообще тут у нас. Состоит все собрано. Сейчас доберемся до контактиков. Так что, кто еще не поддержал, поддержите этот выпуск лайком. Так. Вот такой вот он внутри выглядит. И нам надо достать платку. Так, у нас эта платка, тут она еще, видим, заклепана вот так пластиком. Кто не подписан, подписываемся на канал. Так. Неплохо. Хорошо сделано, но нам быстро надо добраться до внутрянки. Так, есть. Все. Ой, разломалась. Ну, это не страшно. Сейчас мы ее надковырнем. Очень хрупко. Так, есть. Опа, сейчас посмотрим. Вот эти. Тут у нас получается идет позолота на краешках контактиков. Но тоже неплохо. А вот сами контактики. Сейчас посмотрим поближе. Очень, смотрите, очень насыщенно. Очень много. Как я и говорил. Просто можно посмотреть в разрез самой дорожки. Это идут не медные, а золотые, конечно, смесь, но 80%, повторяюсь, тут золото у нас. Вот такие вот дорожки, даже вместе с цифрами, как мы видим, золото не жалели. И у нас в переключателе идет аж 3. Давайте доразберем дальше полностью все 3. Кому попадались, может, можете написать. Но это такие редкие переключатели. Вот так вот, по-быстрому все скроем. Я надеюсь, что они все одинаковые, может, разные внутри, по конструкции. Так, один есть, сейчас все скрою и рассмотрим более детально. Так, отлично. Да, они у нас отличаются, как видим. Ну, неплохо, я думаю. Так что, кто еще лайк не поставил, можете это прямо сейчас сделать. Вот такой вот переключатель. Если мы возьмем даже краешек. Да, не часто такие встречишь переключатели. Чтобы на всех платах такие дорожки были. Золото, это вообще шикарно было. Конечно, не в бытовухе обычной советской, а ну и в аппаратуре. Ну, как видим, экономили. Вот, мы видим, я ее подвернул. Даже если надшкрябаем эту сторону, она матовая, легонько, она у нас идет желтая. Так что эти все дорожки надо будет снять полностью, аккуратненько.
Где-то, может, еще должен быть переключатель, но это то, что я откопал. Очень интересный и неплохой. Часто, конечно, не встретишь такие, но желательно были бы такие платы с такими дорожками. Конечно, было бы избавляться от олова еще, но это не проблема. Такие переключатели, да, еще хотел показать, есть вот такие, когда-то я снимал. Сейчас покажу. Вот такой крупный, но это совсем другое, и это совсем другое. Тут у нас совсем другие, тут золота нету в этих переключателях, как мы видим. Вот контакт у нас тут такой вот. Тут другой сплав, тут и серебро. Ну, с такими он не сравнится. Ну, конечно, крупный, желательно было бы тут то, что нам нужно. Хотя бы золото было бы неплохо. Ну, давайте скрою, просто покажу, чем он у нас. Ну, подобно принципу у них так одинаковый, но производство разное. Сейчас откроем. Так, отлично. Чтоб вы знали. Опа. Видим, это еще, наверное, древний. Сейчас посмотрим, какого года. Это у нас, видим, маркировка МПМ. ПМП, то есть 89-й год, как видим, 7-й месяц. И тут вот так она идет, видим. Посеребрение. Тут серебряные контактики на вот этих пружинистых. На концах видим на шлепочки такие неплохие. Так что вот такой у нас сегодня получился выпуск. Кто не поддержал, можете поддержать лайком. Думаю, в дальнейшем будут еще выпуски. Так что и кто еще не подписался, подписываемся. И на этом будем заканчивать. Всем пока и до следующего выпуска.